В Свердловской области соревнования по охотничьему биатлону уже многолетняя традиция. В Верхней Салде они проходят второй раз. Организацию этого мероприятия взяло на себя Верхнесалдинское районное общество охотников и рыболовов. Кстати, рыболовы тоже оказались неравнодушными к этому виду спорта, встав на лыжи и взяв вместо удочек оружие. Участникам предстояло пробежать 1,5 километра на специальных охотничьих лыжах, они намного шире обычных, без палок, преодолев при этом 3 огневых рубежа. Самым сложным оказалось не промахнуться по кабану. И хоть кабаны не пытались спрятаться от охотников, потому что были нарисованы на фанерных листах, подстрелить их получалось не у всех. Засчитывалось прямое попадание в сердце. Участники чаще всего ранили зверя, попадая в лапу. Первое место в соревнованиях по охотничьему биатлону заняла команда коллектива «Водоканал». На втором расположились охотники из завода химъемкости. Бронзу соревнований взял комплекс услуг и товаров «Весна». Команда из нашего градообразующего предприятия в составе Дмитрия Евстигнеева, Дениса Хитрина и Анатолия Чумакова расположилась на 4-й позиции. Специальными призами от одного из магазинов Верхней Салды наградили и самого молодого, самого опытного и самого меткого из охотников. Единственный человек, то есть участник, который поразил все мишени. Как шутят бывалые охотники, время, проведенное на охоте или рыбалке, не засчитывается в общую продолжительность жизни. Если не считать того, что подстерегаемая добыча была в виде муляжа, то можно вполне сказать, что субботний выходной 24 марта еще на денек продлил молодость и активность всем участникам соревнований.